Всем привет! Пришли запчасти нам на аксиальную коробку. Как вы помните, я потерял спур. Вот, и чашки где-то лежат, не могу найти. Вот, и поставил на аксиал коробку от Рэма Хобби. По-моему, от Рэмки. Ну ладно, не суть. В общем, перебираю коробку сейчас. Вот, и устанавливаю родную, всю металлическую, на акс. И занимаюсь дальше сборкой вот этого проектика. Потом, поэтому по нему будет отдельное видео. Так что, а сейчас такое легкое видео по переборочке и, так сказать, восстановлению аксиальной коробки первого поколения. Шестеренки тоже заказал, все металл. Сейчас буду вскрывать, смотреть. А, тут у меня все стоит металлическое, так что запчасти все у меня останутся практически. Вот, потому что были вот от Рэмки кое-что. Вот от РГТ-хи спур купил. Вот, так что есть чем позаниматься. Есть, вот видите, повосстанавливать коробочки. Послезало тут у нас. В общем, немножко ремонта и снова в бой. Ну вот, собрал. Пиньон поставил этот, немножко побольше зубов, конечно. Вот, у меня 14 было здесь, не стал я считать, но побольше. Но так как они вместе шли в комплекте, я думаю, пускай металл этот, думаю, может, рассчитан, так сказать, друг дружке одинаковый, может быть, будет меньше стираться. Ну, в общем, закрываю крышку и меняю коробки. Собрал коробку аксиальную и забыл, что у меня мотор здесь стоит на 45 витков, а я сюда поставил от второго акса на 35 витков, а мне бы нравилось, как он ехал, так что придется перебрать. Так, ну все, коробка с мотором на месте, шасси собрано, все, тачка, она уже была на ходу, я ее уже катал. Вот, так что все на полочку. Вот, и скоро все ждет большого тест-драйва. Так, сейчас еще переберу одну коробочку. И на этом видео можем считать законченным. Так сказать, ни о чем, но моменты, которые все равно происходят в мастерской. Разобрал коробочку. Она у меня в свое время попала пожар, точнее не в пожар, а я ее грел, краешки вот эти, у меня не откручивался пин, вот, и мне пришлось ее подогреть, и она немножечко у меня вот такая вот некрасивая, но в принципе она вся на подшипниках. Вот сейчас я ее немножко промою, ржавчинка с краешку откуда-то взялась, все, шестереночки все хоть и пластиковые, но все в отличном состоянии. Так что вот на нее я сейчас поставлю, наверное, вот этот спур, он металлический, вот, но у него тут один краешек где-то чуть-чуть был подъеденный такой, ну, потоньше зубчики стали, вот, но он еще походит, и вот, и установим ее на нашу модель. А вот эту коробку еще сейчас разберу, тут тоже съеденные, вот они все, сюда я прям поставлю сейчас новый спур, еще коробочку одну положу в запас. Коробок вообще вот полно, надо все их смотреть, какая, чего, куда. Вот, и все их надо восстановить, чтобы они были, так сказать, на замену лежали, готовые. Ну все, перебираю, смазываю, промываю и в путь. Так, собрал коробочку для инжоры. Новенький моторчик поставил. Все. Единственное, что пошумнее будет, потому что спур металл, пиньон металл. Вот. 21 виточек. Так что шустрик должен получиться интересненький. Собираю еще одну коробочку. Вот. И, в принципе, на сегодня все. Остальные коробки пока не комплект. В общем, вот еще одна запчасть новенький. Снимаю спур. В принципе, оп, вот. Замена. Этот, как всегда, в мусор. Или может погодиться. Но хотя он мертвый. Все, ставлю.
и устанавливаю мотор. Моторчик поставлю вот тот, который был у меня аксиаловский 35 виточку сюда, чтобы комплектик стоял, коробка была готовая к замене. Ну все, коробочка готова, запас будет. Все это теперь сюда, пока вроде ставить больше не на что. И приступаем теперь к постройке еще одной модели инжора на аксиальной раме кастомной. Ну, тоже сборная солянка такая. Будет у нас, значит, с вами еще одна котлетка из всего конструктор Лего, так сказать. Ну все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.